Сегодня Нэна ТВ находится в гостях у генерального директора рекламно-информационного агентства «Евроэкшн» Григория Дебинева. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте. Григорий, вот я, когда написала себе «Евроэкшн», для меня это вот какое-то такое зарубежное непонятное слово. Расскажите, пожалуйста, что это вообще такое? Ну, это не настолько страшно, как кажется, на самом деле. В 2003 году, это уже 9 лет назад практически, создавалось это рекламно-информационное агентство, когда подобных агентств в нашем регионе, в принципе, вообще не было. Никто этим не занимался, и нас самих пугало это название. Дело в том, что название нам немножко навязали, наши партнеры бывшие, да, у которых уже было такое же агентство, и нам, в принципе, понравилось это название, потому что евро мы имели отношение к созданию Европы плюс. На тот момент в нашем городе Европа плюс, слово евро, как бы плюс экшен, слово движение, оно модное, на тот момент было экшен, что-то дело, то есть европейское движение, которое пришло в наш город, маленький город, численностью 60 тысяч населения, и нам хотелось быть вот такими вот хорошими, взрослыми и стильными. А потом это слово как-то прижилось, и у людей оно большого отражения не вызывает. Евроэкшн уже к этому, в принципе, все привыкли. А, Григорий, сколько вы лет уже руководите агентством? С 2003 года, 12 июня. Еще складывается наш бизнес. Это реклама, это информация и развлечения. Развлечения связаны в основном с двумя радиостанциями на сегодняшний день. Это Европа плюс и Ретро FM. А вот все-таки наш сайт, он посвящен креативным и творческим людям. А вы творческий человек? Однозначно могу сказать «да». Ну, может быть, к сожалению, может быть, к счастью, но не всегда это помогает в бизнесе, творчеству, к сожалению. Да. Это отвлекает, и не всегда то, что придумывается изначально как что-то креативное, не всегда коммерчески выгодно. А вот скажите, бизнес вообще это творческая стезя? Как вы считаете? Абсолютно творческая, потому что любой бизнесмен, человек творческий, который что-то придумывает с нуля, или что-то развивает тему, которую он где-то услышал у одного, у второго взял по чуть-чуть, и в итоге рождается что-то третье, большое. Я вообще, конечно, преклоняюсь перед людьми, которые умеют что-то создавать. Потому что создать это, вот знаете, даже ребенка родить, то сложно. Да? А тут вот все-таки бизнес – это определенной степени ребенок, который создается. Но я знаю, что у вас до Евроэкшн были еще очень хороший такой, знаете, задел. И у вас очень богатый опыт. Так вот, я бы хотела, и думаю, что нашим зрителям будет интересно, кто такой Григорий Дебинев маленький? То есть начнем с того, что вот как вообще вот мысль вам пришла в голову, что вы чего-то хотите создавать? То есть когда вот это первый раз появилось? Григорий маленький – это космонавт в будущем. К сожалению, из этого ничего не получилось. Да? Но тем не менее, мечта это есть до сих пор, и если будет какая-то возможность полететь в космос, я... А вот чем она навеяна? Вот той, например, политикой, когда вот все это с экранов телевизоров, да, вещалось, что или космонавт, или милиционер, или все-таки внутреннее какое-то вот желание? Я не думаю, что ребенок из Советского Союза хотел стать генсеком когда-нибудь, да, то есть, как сейчас дети хотят, кем хочу быть президентом, говорят они. Да. Но мне было раньше, чтобы никто не хотел быть прежним. Все хотели быть кем-то, вот, романтикой, наверное, профессии, геологом, шахтером, вот выходит он на шахту, не лицо все в угле. Вот это же это замечательно, романтично. Там космонавтом. Космонавт это хорошо, потому что ты идешь, тебе осыпают цветами, ты достиг вершины всего. Я до сих пор не могу понять принцип слова бесконечность. Для меня абсолютно непонятно. По физике объясняю, что такое бесконечность, а говорят то, о чем человек не знает в принципе. У меня сын, да, вот маленький ребенок еще, я, как взрослый человек, у меня спрашивают, какое самое большое число? Я говорю, Google, то, что мне говорили, он говорит, Google, все понятно, Google больше числа нет, да? Нет. И я спокойно ему объяснил, он говорит, а сколько будет Google минус 100? А я не знаю, сколько будет Google минус 100, потому что Google это не число, это какое-то понятие абстрактное, абсолютно. И, кстати, термин Google придумал ребенок, оказывается, потому что это сын математика, насколько я помню, где-то прочитал об этом. Он единственное дал верное определение, он говорит, что Google это единица, и пишешь нули, пока рука не устанет. То есть это у каждого свой Google. Это абсолютно детское понятие, вот максимализм детский, в том числе и космонавты, вот к этому идут. То, что... Вот оно понятие бесконечности. Да, ну, ну что такое бесконечность? Ну как это? Ну вот ты летишь, а ничего нет. Так это и завораживает, потому что ты все время ждешь чуда. Да, да. А вы любите чудеса? Ну да. А с вами случались когда-нибудь? Иногда их совершаю сам, эти чудеса. Классно. А можете рассказать про какое-нибудь вот такое чудо в жизни, которое вас вот, может быть, на что-то вдохновило, или наоборот, что-то вот потрясло? Меня потрясло то, что когда-то в детстве мечтал быть радиоведущим. Вот серьезно, радиоведущим, телевизионным ведущим, я как дети балуются, на докторов, я всегда играл, у меня был стол маленький, я выкладывал листочки, читал их, так как это делалось с телевизора. И очень хотел быть радиодиджеем. Я смотрел по другим городам, искал знакомств каких-то, я думаю, ну легко же открыть, очень легко открыть радио у нас в городе. Подумал, надо же позвонить, пускай они откроют у нас филиал, ну же так скучно. И какое счастье, что у нас в городе нашлись предприниматели, с которыми в свое время не были те же самые мысли, которые... Знаете, как создалась Европа плюс в Котласе? Нет, нет. Один из предпринимателей, это Андрей, скажем, да, вот, он ездил в своей машине дорогой, у него была магнитола, кнопки нажимались, а там пусто. Он говорит, ну как же так, я еду, у меня магнитола есть, радио нет. И он вложил собственные деньги для того, чтобы вот нажимаешь на кнопочку, а там музыка играла. Только лишь бы, чтобы в машине было комфортно ездить. Ну, это тоже романтик. А вы знаете, вот с этого, наверное, начинается бизнес. Потому что вот мы, когда начинаем свой проект, мы же тоже начинаем с того, что нам чего-то не хватает в жизни. И когда вы свои проекты начинали, да, в том числе и некоторые агентства, да, о которых вы нам расскажете, вам же тоже чего-то не хватало в жизни. По поводу агентств, которых сейчас расскажу, да. Давайте вот мы еще с детства, да, вот первый раз, когда, вот вы, наверное, в школе хорошо учились, раз такие числа большие знаете. Я не учился хорошо в школе, сразу говорю, потому что я не могу себя назвать ленивым человеком, но тем не менее некоторые вещи меня абсолютно не увлекали. А какие предметы увлекали? Меня увлекали физика, математика меня не увлекала абсолютно, физика очень увлекала, но способностей у меня к ней было мало, к сожалению. Так почему-то бывает какой-то диссонанс в организме. Тем не менее, в дальнейшем моя жизнь она связана с каким-то образом, с абсолютно неточными науками. Гуманитарного склада. С гуманитарными науками мне было не очень. Вот физика мне нравилась, химия не нравилась. Мне мог написать нормальное сочинение, но делал это без большого удовольствия. А вот были какие-то педагоги, потому что вот наставники в жизни играют очень большую роль, которые вот, в школе как-то повлияли на ваше мировоззрение и становление вообще как личности? Могу сказать с точностью 100%, все преподаватели на меня повлияли каким-то образом. Хорошие преподаватели, как мне сейчас кажется, взрослому человеку, и плохие преподаватели. Да? То есть каждый по-своему. Более компетентный, кто-то менее компетентный. Кто-то вот... Была у нас преподаватель русского языка и литературы, например, да? Мы легко могли уговорить во время уроков включить телевизор, посмотреть сериал какой-нибудь там организовал, что-то прошло. Вот она легко, потому что она не любит свою работу. Вот она в подтвердителе правила, но и скучно на уроках, и нам было скучно, абсолютно. Опять же, преподаватель по физике, который говорил, да, Галина Павловна Головина, она потом работала в Ленинской первой школе, она была настолько увлечена своим предметом, она могла объяснять что-то, какие-то физические термины, она перемажется всем мелом. У нее вот из этой позы, вот у нее были усы, как у Гитлера, потому что вот она постоянно вот так вот делала. И вот здесь пятерня, все было в милу. Когда она писала на доске, это можно было ходить, выходить из класса, она этого не замечает абсолютно. Вот такие люди увлеченные, мне кажется, они делают и науку, делают, и людей учат, и они завораживают. Я согласна с вами. А как родители вообще повлияли на вас как на личность? А как родители могут влиять на детей? На 100% они влияют. Но если родители, которые пекутся, да, немножко поясню вопрос, которые пекутся над своими детьми, трясутся, да, а есть родители, которые дают возможность им самостоятельно, то есть дают свободу выбора. Никаким образом на меня давление не производилось. Единственное, что я закончил школу как раз в 91 год. Я закончил 11 классов, передо мной был выбор, широчайший на тот момент, и не было платной системы образования, ничего не было, но, с другой стороны, не было денег. Это вот самый голодный период, когда я стоял в бутылке, ходил в Питере, когда пытался там учиться, был абитуриентом, ничего там зазорного нет, есть было нечего, обратно ехать работы нет. То есть вот мы и подошли как раз к первой трудной полосе, да, в вашей жизни, это когда вы учились. А вы осознанно выбирали вуз? Осознанно. На тот момент я был очень увлечен идеей, я был радиолюбителем. Начал где-то, наверное, с класса 6 или 7, еще один увлеченный человек, там группа у нас мужчин, взрослых, у которых было хобби в городе, это радиолюбительство. Они собирали радиопередатчики, трансиверы и занимались тем, что связывались с такими же увлеченными людьми в коротковолновом диапазоне. Вот, своя техника была, антенны делали, они сейчас есть. Сергей Кудрявцев, да, огромный привет. Сейчас видим, в том числе Андрей Величагин, очень много людей. Они были старше вас? Намного. Вот мое поколение, примерно, ну, мне был в 6 классе, например, Андрей Вечерин был самый молодой, он так из армии вернулся, ему там лет 20, например. Ну, вообще для вас же это тоже было уже признание ваших заслуг каких-то, и, наверное, это тоже влияло на становление вас как личности? Больше повлияло то, что есть люди, увлеченные чем-то, которые вовлекают в это молодых людей, парней, девушек. Меня, например, всегда поражают люди, тренеры, например. Тренеры, которые действительно пекутся о своих питомцах, они берут детей, воспитывают их за счет своего свободного времени, за счет своих маленьких зарплат, нигде больше не работают, они вот этими увлечены. Неспроста, да, сейчас предприниматели занимаются тренерской работой за свой счет, они открывают собственные школы, хоккеем детей учат, футболу учат, боксу учат сейчас, стрельбе. Это просто уважение. Наверное, знаете еще почему? У каждого есть своя детская мечта. Вот у вас радиолюбитель, у меня мечта, я педагог, да, я люблю учить. И поэтому, конечно, каждый себя реализовывает в взрослой жизни. И это супер, если у вас вот та мечта совпала с той деятельностью, которую вы имеете. И поэтому предприниматели, я их прекрасно понимаю, что они как раз реализуют, воплощают свои мечты именно сейчас, потому что есть возможность в этом. И замечательно, я тоже их уважаю за это. И город наш от этого становится ведь лучше, правильно? А Григорий, вот вы закончили вуз и потом все-таки вернулись в Котлас. То есть, было не так, было не совсем так. Я учился в вузе на протяжении 11 лет. В силу того, что у меня не получилось учиться очно в какой-то период, да, я перевелся в другой вуз, на заочный. Но тем не менее я учился по своей специальности, это была радиосвязь. И в конечном итоге я заканчивал в железнодорожном вузе, где у меня была специализация в системе передачи информации, радиосвязь, а основная специальность была сигнализация железнодорожной дороги. А как вам ваша профессия вот сейчас помогает? Ну вот, который, по профилю, который вы учились? Я не могу сказать, что она мне каким-то образом помогает. Единственное, что способность сидеть с паяльником с детства, она мне помогает в том плане, что я не прибегаю к помощи каких-то инженеров, электронщиков, технической, да. Мне это проще. Я могу контролировать какие-то вещи, которые не может контролировать другой директор, например, да. Ему говорит, это стоит столько-то работы. Я говорю, да ладно, это сам сделал бесплатно, зачем мне это говорить? По второму образованию я инженер-электрик. Все, что связано с электричеством, я могу вот, любой прибор собрать, разобрать, собрать его заново, и все это будет работать. То есть вы даже сейчас принимаете участие вот в таких некоторых работах технического плана, да? Здесь. Я это делал с удовольствием, даже не от того, что мне это как бы нужно, это просто интересно. А Григорий, вот давайте поговорим о первом бизнесе. Да. То есть, что это было? Это было агентство. Почему агентство? Потому что, ну, многие предприниматели, наверное, знают, да, о том, что когда нет начального капитала, очень сложно что-то создавать с пустого места. Это можно сделать агентство, то есть быть посредником между кем-то и кем-то и зарабатывать деньги на этом, сводить людей каких-то нужных. На тот момент это было, сейчас скажу, 94-й год. Вот как раз такое время. Непонятное, голодное. 94-96 год, была мысль создать что-то новое, то, чего в городе нет. Интернета тогда не было, посмотреть было, собственно, негде. Я наткнулся на один журнал, в котором была реклама в агентстве, которое оказывает услуги по подбору нянь, домработниц, гувернеров. Слово гувернеров тогда практически не считалось еще. Ну, да, вообще считалось, как сказать, буржуазные всякие такие. Абсолютно, абсолютно. Я этого слова очень боялся. Там услуга, например, по предоставлению повара. Это было уже в Москве, а в Котласе, какой повар, о чем речь. Но тем не менее, в будущем эта услуга пошла. Это было очень интересно. А сколько курьезных случаев было смешных, вот, связанных с агентством. Вот это был первый опыт, к сожалению, он закончился ничем. Я могу рассказать почему. Потому что город у нас очень маленький, он не готов к этому. Кто был клиентом, да? Это были люди обеспеченные, у кого были деньги, потому что была на тот момент, в 90-х годах, очень большая разница между людьми богатыми и людьми бедными. Тот, кто ничего не имел, работал на предприятиях, которые еще тогда существовали, это механический завод, комбинаты бетонных изделий и так далее, промышленность была. Они платили денежки, но небольшие. Были люди, которые рискнули, вложили деньги и занимали постепенно те ниши, которые сейчас у них заняты. Продали ваучеры, да? Сделались. Да, ну каким-то образом, у кого-то были знакомства, у кого-то была квартира, он продал, как Олег Зимберг, например, он принес из дома 4 кастрюли, на этом его бизнес начался. Вот, огромное, кстати, большое уважение вызывает этот человек, потому что вот, на моих глазах это все происходило, это было просто супер. И то, чего человек достиг сейчас. Вот. А мне хотелось сделать что-то, то, чего не было. Соответственно, я не было ни формы договора, я не юрист никакой. Как это делается? Я решил, собрал вещи, поехал в город Ярославль. Почему Ярославль? Там учился, да, в какое-то время в Ярославле. Там было агентство, оно называлось Фракинбок. Название очень интересное, подумал, на поеду. Поехал, связался с владельцем агентства, она говорит: а с какой стати я буду тебе бесплатно рассказывать, как я это делаю? Резонно, об этом я не думал, никакого подведения бизнеса не было абсолютно. Вот. Но тем не менее, она говорит: я могу тебе продать там, за $1000 и пакет документов, и пользуюсь у себя в маленьком городе, ну, у тебя все закончится ничем, я тебе гарантирую и так далее. Тем не менее, рискнул, все сделал. Вот. По поводу курьезных случаев, отвлекся от темы. Предприниматель верхушка, все со своими причудами, например, обратилась женщина в свое время, она говорит: мне нужна домработница, но очень срочно, можно 2-3. Я говорю: ну это стоит 3 раза дороже, без разницы, без разницы. Я говорю: чего, у меня муж в командировке, вот он звонит и говорит, если, она очень неряшлива, говорит: я ничего, я не готовлю, у меня дома не прибрано, да не то, что некогда, она это не любит. Вот я знаю ее до сих пор, мы дружим даже в какой-то степени, вот, общаемся по работе теперь. Она говорит: не хочу этого делать, ну, пришлите мне кого-нибудь, заплачу любые деньги, если у меня квартира будет чистая, все сварено, все сделано, он мне купит шубу песцовую. Вот серьезно. Ну и как шуба? Я нагнал всех девчонок, которые у меня работали, они вычистили квартиру, они плевались, вынесли кучу там коробок, всякого хлама, что там под ванной не лежало, там, это просто ужас. Она, там, с предыдущих жильцов там, никогда не убралась квартира. Они говорили, она ходила в шубе. Заходила в шубе, да, в супер, она заплатила очень приличные деньги по тем временам, девчонки были довольны. Надо взять на заметку. Кстати, да, ну как же женщина всегда за счет мужчины же, за его же деньги еще и шубу купила. Сколько она вложила денег в уборку. Хороший бизнес, кстати. Маркетинговый ход. Да, хороший ход. А скажите, вот вообще, насколько пользовалась популярностью агентства? Я видела рекламу в газете, мне было это интересно, потому что, ну, детей у меня еще тогда, это был какой год-то? 90-й? Ну, первый, 94-й, 95-й, 96-й, потом был перерыв, меня... открылось другое агентство. Первое агентство называлось «Арина». Там была такая девочка кучерявая, такая с портретиком, очень симпатичная. Все ее помнят почему-то по рекламе. Потом, потому что оно было первое. Да, потом было агентство «Арина 2», скажем, оно появилось через какое-то время, я подумал, что рынок готов, но он изменился. Несколько другие там были услуги, и в 3-й раз мы пытались открыть это агентство, называлось «Бюро добрых услуг». Бюро добрых услуг – это уже, в принципе, все уже, всеобъемлющий пакет, да? То есть и уборка, и мытье окон, и все остальное. А почему закрыли? Дело в том, что мне самому это очень много времени отнимает. Это 24 часа в сутки. Бизнес очень такой хлопотный, потому что нужно и на встречи ходить, и клиент находится дома. В основном находится дома клиент. Офисы держать непозволительно, потому что доход нестабилен. Сегодня он есть, завтра нет, он еще сезонный, как оказалось, то, чего я не знал, да? Потому что когда больше спросом пользовался? Спросом пользуются по осени, не могу объяснить почему. В летний период все в отпусках, соответственно, с родителями дети находятся. Ну и по весне, наверное, где-то начиная с новогодних праздников до марта. Все остальное время вот так с хлеба на воду, к сожалению. Потому что город у нас маленький, другой спектр услуг в рамках этого агентства предложить невозможно. Я думаю, что еще, наверное, лет 5 будет не готов наш город к этому бизнесу, для того, чтобы кто-то мог заниматься и зарабатывать себе на жизнь. Я просто... Но сезонность действительно имеет место, я уже поняла. Я просто сейчас знаю, столкнулась тоже с такой проблемой. У меня есть коллеги по бизнесу, и они искали няню. И очень сложно сейчас найти няню, именно которой можно доверить ребенка. Все-таки агентство, оно дает какую-то гарантию, да? Совершенно верно. Очень много, как есть черные риэлторы, есть агентства недвижимости, точно так же. Есть няни, которые ходят сами по себе и предлагают себя в качестве няни. Они не предлагают, у них нет ни справки медицинской, у них нет документов образования никакого абсолютно. У них нет опыта работы, и нет уверенности, что бабушка, которая говорит о хорошей няне, она там и в конце не отдаст, да, грубо говоря, с ребенком, потому что первый раз и в третий, и в пятых даже. Самое главное, все ли в квартире целое останется. Кто за это вообще ответственность несет, человеку доверяет. Мало того, что там... Жизнь ребенка еще. Жизнь ребенка самое ценное. Были случаи, когда у меня работники ухаживали за животными, не только за детьми, но и за животными, их выгуливали, потому что люди допоздна работают. И была потребность в том, чтобы выгуливать животных. У меня ходили девочки-студентки из Котласского педучилища. И выгуливали. Убежала собака стоимостью $2500. И кто будет выплачивать эти деньги? Мы агентство, в принципе, мы такой ответственности по договору не несли, но тем не менее мы этот вопрос уладили, скажем. Но вот этот вопрос был очень неприятный. И я первый раз тогда испугался, потому что потеряла собака. А если потеряется ребенок, что будет? Ну да, ответственность большая. Мы юридически обреждены вроде бы, но здесь как бы моральное право у нас такого нет. А этот бизнес, он не приносил достаточное количество денег для того, чтобы это делать. Во-первых, я человек такой добрый. Это иногда мешает в бизнесе, потому что для меня было главное, чтобы вот эти учителя и воспитатели, которые зарабатывают копейки у себя на работе, они имели возможность дополнительного заработка. И совершенно у меня не так, как в Москве происходило, 70% оставляя себе, 30% няням. У меня получалось наоборот, 30% оставлял себе, а 70% няням и всем, кто работал, они-то в принципе были довольны от этого бизнеса, у них все было замечательно. Но за меньшие деньги они работать не соглашались. А так как количество заявок было небольшим, соответственно, этот бизнес сам себя окупал, но никакого развития в этом не было. Все деньги тратились на рекламу, все деньги тратились на организацию бизнеса, и все. В принципе, это было в ноль. Хорошее такое хобби. Григорий, вот еще вопрос, который перед этим хотела задать. А как вообще идея пришла бизнес начать? Ведь люди работающие, так обычно, после того, как они заканчивают свою учебу, там, да, то есть и ищут, где бы пристроиться, и где бы теплое местечко, чтобы хорошо платили. Когда-то в разговоре прозвучало, что вы с театром имели дело. Ну, да, я имел дело с театром, но это случилось каким-то случайно, абсолютно. Когда я пришел служил на флоте, пришел уже, служил, был вопрос в том, что ситуация поменялась в политической стране, экономическая тоже. Тяжелые времена это все были, да. Я пришел, а меня на завод обратно не берут, на завод керамзитобетонных изделий, где я был учеником электрика. Они сказали, ну, парень, мы тебя возьмем. Ну ты пойми, что мы тебе и сократим, потому что мы тебе по закону обязаны взять, но у меня сокращение на заводе. Вот, и мы вообще в процессе продажи был тогда завод, он говорит, давай-ка ты иди-ка куда подальше, поищи что-нибудь еще. Я стал искать на железной дороге, у меня там брат работал, с всеми там связями ничего не получилось, потому что там тоже свое сокращение было. И вот как бы ходил, и в центр занятости обратился, там дают справочку такую, да, с печатью. И говорят, нас есть, обижать, да, есть такая вакансия электриком в театре. 70 рублей была зарплата тогда. Да я сейчас не помню, много ли это мало, это с инфляцией я уже запутался здесь, я уже не помню сколько. 70 рублей это было совсем ничего, потому что тогда зарплата была по 250 рублей. Это было в 94 году. Ну я 150 получала, работая в сельской школе. Ну значит я прав, 70 рублей это была такая символическая зарплата. У меня директор Борис Сергеевич Челяков, который всегда представлялся очень интересно в театре. Он звонил спонсором всегда в то время и говорил, здравствуйте, это вас беспокоит директор очень драматического театра Борис Евгеньевич. Очень драматический. Он как менеджер, кстати, царство ему небесное, вот он некоторым вещам научил, потому что вот в то время он еще такой советской закалки, он сам актер, но вот его поставили директором, как назначали раньше, да, вот назначение, ему пришлось существовать в этих рамках, он играл роль директора. И не всегда все получалось в бюджетных рамках, и всегда были такие какие-то заначки. У каждого директора было это. У него был сейф, там стоял ящик водки, и сверху стояла такая коробка шоколада. Женщина расплачивалась с шоколадками, а с шабашниками расплачивался водкой. Открывался сейф такой вот. Сейчас такой нет, валютный резерв. Да, не всегда все было. Но тем не менее, это тоже был такой ход. Я всегда, у меня всегда конфетка. У вас тоже такой сейф есть, да? Да, такой сейф всегда есть. Вот. Ну, устроился электриком в театр, я там ходил, но мне надо было что-то есть, да? Ходил, тогда еще был не женат, родители на шею безумно не хотела сидеть, вообще никак. Они мне предлагали, как бы отец у меня работал, он был строителем, сейчас уже на пенсии мама была учительница, у них заработок, в принципе, был по тем временам тоже не очень. Но хотелось всегда чего-то большего, да? Хотелось как-то развиваться, вот электриком, в рамках электрика не нравилось быть. И освобождалась вакансия на тот момент звукооператора. Звукооператора там... Опять все ближе к радио, да? По сути-то. Да, потому что я все равно там терся в этих кругах, я там что-то принеси, унеси, мне это очень нравилось, что-то помогало им, то, что знал, то, что они не знали. Кроме того, я же музыкантом был, я еще был сказать, у меня хобби со школы, Сергей Генерович Попов. У нас был коллектив детский, у меня целое поколение, несколько поколений было школьных ансамблей. Вот. А вы на чем играли? Я попал в самый последний. Гитара, вокал. Мы играли, вот у нас был такой мини-ласковый май, мы ездили. Классно. Да, ездили, ну, может, не совсем законно все это было, эксплуатировали детский труд. Раньше ведь об этом и не думали. Он был продюсером, да? Вот тем котовским, первым советским продюсером, тогда еще, который просто детям платил деньги. И по тем временам это уже можно назвать, что дети были предпринимателями, потому что мы об этом заботились, мы какой-то музыкальный репертуар репетировали, там что-то делали, у нас была своя концертная программа, и мы за деньги выступали. И знали, зачем это делаете? Да, на свадьбах, школьники, нам было по 17-16 лет, мы работали на свадьбах. Так это здорово. Вот, я это очень ценю, этот опыт, потому что дальше это помогло, и когда было нечего есть, мы работали в ресторанах, в том числе и в «Легенде», и в «Ресторан Северный». Вот, кстати, оттуда вышло очень много людей, там, например, Миша Попов, у него была своя музыкальная студия, сын Сергея Генеровича, сейчас он работает в «ГАММИ» звукоинженером. Андрей Титов, он у нас был гитарист и клавишник, он сейчас... У него автосалон очень большой в Санкт-Петербурге, да, там был главным редактором журнала «Антилоп Гну», его же проект. Надя Дурягина, она в Архангельске, она была ведущей на русском радио, это человек творческий. У нее сейчас свой проект тоже на Теле 2 работает, креативный директор. Потом... У вас Евроэкшн? Да. Да, я связан с радио, да. Света Лахтёнова, очень интересно, что была такая маленькая девочка с улицы Кедрова. Она очень долго жила в Эквадоре, по-моему, она с супругом при посольстве, они переводчики, абсолютно сейчас смуглая, черная, сейчас она работает, по-моему, в Финляндии. Вот. Все как-то себя реализовали, очень интересно. Да. Я сейчас оглядываюсь назад, и достаточно интересно, я думаю, что вот толчок этому дал как раз этот коллектив. Это как раз говорит о том, что творческие это люди, они все-таки в жизни ищут, находят и не сдаются, и что-то растает. Ну, знаю всех музыкантов в городе, да, вот как бы и по роду своей службы, и по, как бы, по своей жизни все ребята. Работа электрика мне не нравилась. Мне нравилось, например, оформление спектаклей. Почему я стал работать звукоинженером, сначала звукооператором, потом заведующим радиоцехом, там, цехами называется в театре. Вот. Потому что я имел непосредственное отношение к созданию спектаклей. Так называется музыкальное оформление. Мне посчастливилось работать с многими режиссерами. Вот. И они мне спасибо говорят, и я им говорю спасибо, как заставление моей личности. Опыт. Опыт, да. Что такое что создание спектакля? Это тот же самый коммерческий проект. Да. Есть пьеса. Ее нужно вот сделать, режиссер что-то придумывает, есть цех художников, которые это рисуют на бумаге, да, есть цех декораторов, которые это реализуют в дереве, в металле, в бумаге в каком-то, есть актеры, которые придумывают роль, что-то делают, и в конечном итоге есть вот музыкальное оформление, без музыкального оформления спектакля не будет, без света не будет спектакля, без каких-то эффектов там... Вот, без монтировщиков не будет. И получается какое-то вот детище, которое выстрадали за полгода и потом показали. Вот скажите, есть ли у вас ресурсы в интернете? Я знаю, что у вас есть группы, ВКонтакте, по-моему, да, есть группа. То есть ведь сейчас интернет это вообще 24-часовое вещание. Согласен, это очень интересно. Есть у нас проекты в интернете, более того, мы тоже интегрируемся туда, потому что мы не можем вытащить человека из интернета. Зачем нам вытаскивать его оттуда, когда мы можем залезть сами? Да. Совершенно верно. Поэтому у нас есть группа ВКонтакте. Для лиц, скажем, молодых. Есть у нас группа своя на Фейсбуке, кстати, расскажу, очень интересная статистика есть. И есть у нас Твиттер, который активно живет, как многие не удивляются. У нас очень много в городе пользователей Твиттера. В основном люди молодые, это сегодня они еще школьники и студенты, а завтра они вырастут и с Твиттером не простятся. Это социальная сеть очень широкая. Вот. Мы пользуемся как каналом новостей в Твиттере, то есть мы туда запускаем свои новости, и люди подписаны, они получают новости очень, очень регулярно, это здорово. У нас 15 выпусков новостей в день, они все самостоятельные, 15 это 7 на Европе, 8 на Европе, 7 на Ретро. Это очень много. Даже я иногда их слышу, хотя я, в принципе, занятой человек. Раз в час новости, они местные, они все местные, их можно слушать, их нужно слушать, потому что они сами оперативные. Газеты это раз в неделю, телевидение это только вечером один раз, а мы даем 15 раз. То есть что-то случилось в городе, через 10 минут это уже в эфире у нас. Есть у нас свой сайт kotlas.europeplus.ru, есть сайт kotlas.retroform.ru. Я, кстати, ни разу на них не была. Вот, ну, зайдите, посмотрите, там есть местные новости в том числе. А мы можем и ссылочки дать на них, потому что я думаю, что вам тоже это будет интересно. Давайте, да, я думаю, что это будет интересно. Вот, есть проект, основное внимание мы сейчас пытаемся, мы тренируемся, скажем, делать общение со слушателями через ВКонтакте, через Facebook. Публика абсолютно разная. Я однажды сделал эксперимент и запустил голосование. Где вы слушаете Европу плюс? Чаще всего были варианты в автомобиле, на кухне, на работе, в мобильном гаджете в каком-то там, который в ушах и так далее. Если это ВКонтакте, соответственно, люди сказали на компьютере, в мобильном гаджете, на Фейсбуке 70% сказали в автомобиле. Соответственно, вся публика, у которых есть автомобили, которые есть, они все на Фейсбуке, все, кто помоложе, да. ВКонтакте. Тем самым мы теперь уже, зная эту информацию, распределяем ее по возрастным категориям, по социальному статусу. Это очень интересно. Я, кстати, сама из Фейсбука, у нас тоже у нашего канала Нэна ТВ есть в Фейсбуке группа. Единственное, что она только еще, мы только начали, мы только родились 1 сентября, ну, можно сказать, 15-го сайт запустили, и мы еще совсем молодые. И в Фейсбуке это бизнес-аудитория, вот в основном, там большое количество людей, которые обмениваются идеями и двигают свои идеи. ВКонтакте это молодежь, я с вами согласна. Но а где легче? С кем легче? Легче ВКонтакте, потому что молодежь вот эта, она более активна. Почему формат Европа плюс, он очень успешен? Нет рамок молодежи. Ну, имеется в виду, они говорят то, что думают на сегодняшний день. Они более демократичны, потому что вот люди из Фейсбука, они более сдержаны. Их ничто не заставит написать там «привет», например. Интернет сейчас это то место, куда стремятся все, потому что там находятся все. И есть ли у вас проекты, которые вы планируете вот на сегодняшний момент вести именно на интернет-ресурсах? То есть это какие-то конкурсы, это какие-то... Нет, абсолютно есть такие проекты. Мы... Во-первых, у нас радио сейчас будет вещание в интернете, на нашей странице можно будет слушать радио в интернете. Зачем что-то... Я, кстати, всегда слушаю радио, только не на вашей странице в интернете. Да, там московское радио и питерское, нас это немного смущает, потому что мы ведем собственную программу. Кроме того, у нас сейчас все программы, которые идут из студии, у нас есть видеотрансляция. Очень хотелось бы, чтобы вот мы, наша компания, она оставалась в центре информации. Потому что человек в нашем мире сейчас без информации, в принципе, не может. Я знаю и по себе, и по своим ровесникам, и по своим друзьям, по партнерам по бизнесу. Первое, что они начинают делать с утра, либо лезут в интернет за новостями, либо они включают канал телевизионный, либо радийный. У них информационный голод уже с утра. Мы уже приучены к этому, мы должны быть в курсе всего. Вот эта глобальная сеть всемирная паутина всех развратила тем, что Индия это не так далеко, это один клик мышкой, и ты уже в Индии, да? Раньше, чтобы там Австралия, он был в Австралии, да, я завтра пойду и в Австралию схожу через интернет. Да. Мне уже, я приеду в Австралию вживую, и мне будет не так интересно, потому что я уже это все видел, в принципе, и так далее. Чудо происходит какое-то, вот вид изменяется, человек, личность изменяется, вот характер человека изменяется, темпоритм изменяется. Если вспомнить конец 80-х годов, как люди ходили хотя бы. Да, как они передвигались по улице, сейчас они носятся, бегают, как людей обслужили в магазине, человек мог в очереди простоять полдня, я считал это нормально за колбасу, никто никуда не торопился, потому что он в 5 заканчивает, 5 пробил, он пошел с работы, люди иначе жили. Сейчас, к сожалению, может быть, к счастью, не так. Григорий, вот скажите, можно ли сказать, что ваша работа – это ваше хобби? Или у вас есть еще какое-то увлечение сейчас, которое не связано с вашей деятельностью? Это великое счастье, потому что вот это и есть мое хобби. Мне очень нравится этим заниматься. И я по своей натуре абсолютно не радиоведущий. У меня и дефекты речи, у меня и ход мыслей не как у радиоведущего. Но, к сожалению, приходится заниматься, но мне это нравится, что-то. И вот мне это нравится это делать, к сожалению, или к счастью, не знаю. Но теперь моя жизнь вот таким образом построена, что навряд ли я с этой темой куда-то иду. А как семья с этим соглашается? То есть вы, по сути, 24 часа на работе, потому что здесь на работе, дома на работе. То есть как вообще? Ну, а как с этим? Что с этим можно? Я уже достаточно занятые все. Там настолько, что... Мы встречаемся часов в 10 вечера, серьезно говорю. Включая бедного ребенка, который таскается то у меня, то у мамы, еще где-то по кружкам, по английским и так далее. Знаете, это очень сильно развивает детей. К сожалению, угораздило ребенка в 2 года научиться читать. В 2 года. Да, мы слышали об этом. Это просто, я считаю, что это ужасно. Он не умел плоску держать и читать. Вы хотите сказать, что у него детства не было? Он неправильно развивается, мне кажется. Нет, у него свой путь в этой жизни. Да. Это правильный путь, потому что это его путь. Он никого не спрашивает, но это правда. Он на себе замкнут. Я не знаю, что из него будет, но что-то будет. Правда. Вы знаете, есть люди, которые замкнуты. Возьмите вот этого Перельмана, да, который даже за премию не пошел, да, но они великие, поэтому правильно Саша говорит, у вашего ребенка свой путь, и не надо сейчас на этом зацикливаться, пусть он живет, как он живет. Вспомнил. Главное, вот еще, знаете, цель-то какая родителей, я вам как педагог тоже говорю, и жена у вас педагог, поэтому это дать возможность выбора ребенку, он сам выберет, чего ему надо. Вспомнили слова, я всегда всем говорю, в свое время привозили Теркенберга, когда он еще жив был, да, разумеется, это было в 2004 году, сюда скандальный был проект, тогда он там нецензурная лексика и так далее. Мы его сюда привозили с концерта по линии Европа плюс. безумно понравился как человек, как личность. Потому что мне всегда, я к ним, вот интервью было точно такое же в эфире, я очень с ним, мы 2 дня с ним провели здесь. Он сказал такую вещь, я говорю, Роман, а как так получилось? В принципе, несимпатичный человек, рыжий, толстый, который говорит нецензурные шутки, такие похабненькие, которые волосатые, вот он весь такой. Как так получилось, что вот на вершине шоу-бизнеса сейчас на то время были? А он говорит, а все очень просто, говорит, мне было очень сложно. Говорит, тут было очень трудно до тех пор, пока я не стал великим. А как я стал великим, все стало очень просто. Вот я понял для себя, на самом деле, надо однажды сказать, я великий. И пусть все люди с этим считаются. Да. Как есть правило у диджеев, да, не, как они говорят-то, не диджей музыку заказывают, а диджей диктует моду. Вы должны танцевать то, что я ставлю. Совершенно верно. И это, мне кажется, основное правило в бизнесе в том числе. Вот он говорит, проснулся утром, я великий. Все. Всех в этом убедил. И гонорары возросли в несколько раз. А фамилию он поменял после того, как он сказал «я великий» или до того? Ну, фамилия Горбунов. Я видел, у паспорт держал в руках. Это псевдоним, я думаю, что, который привлекает внимание, опять же, своей скандальности. У него семья очень интеллигентная, санкт-петербургская. Папа у него известный врач, сексолог. Кстати, он вел программу «Адамово яблоко», если помните. Не вел, а был сексолог, там такая рубрика была. Не Щеглов или дядя? Щеглов. Щеглов. Но это не фамилия его, Щеглов, он тоже Горбунов, это тоже псевдоним. Но, тем не менее, семья у него очень интеллигентная. Вот он вырос таким. Но опять, видите, среда питательная была. Ну, то есть все-таки нужна вот та среда, которая даст возможность вырасти. Это, как говорят, лидер, его невозможно вырастить, он сам вырастет, но нужно вот его в ту среду поместить, которая даст питание для того, чтобы он вырос. Да, опять же, касается Теркенберга, у него филологическое образование, он филолог, у него ученая степень была. Он сыграл фольклор. Вот что-то из этого выросло, какой-то у него коммерческий проект. Он в жизни не такой был, как на сцене, абсолютно. Он, это его имидж, это образ. Григорий, скажите, вот есть большое количество людей, которые хотят открыть свой бизнес или открыть какой-то свой новый проект, и они боятся это сделать. У нас это традиционный вопрос, мы, в принципе, всем предпринимателям задаем его. Что бы вы посоветовали, с чего начать? То есть ведь есть трудности, которые встречаются на пути, как вот их преодолевать, потому что бизнес – это ответственность. Я думаю, что нужно найти свое место в жизни, определить его, свое место в жизни. Либо ты работаешь на дядю, либо дядя на тебя работает. Вот это основная позиция, потому что иначе никак. Либо ты всю жизнь... Люди ведь разные по характеру, не все могут заниматься бизнесом. Опять же, касаясь учителей, да, я знаю много учителей, которые всю жизнь работают учителями. И вот они говорят, мне нравится работать с детьми. Но с детьми можно работать и в частной школе. С детьми можно еще как-то, но нету непредпринимательских руки. Есть люди, которые всю жизнь работают электриками. Я не работаю электриками, а есть, которые открывают свои фирмы по электрике, там, они растут каким-то образом. Ну, это не во всех. Пытаются что-то изменить в своей жизни. Есть муравьи-трутни, есть муравьи-воины. Тут, мне кажется... Вот слово «найти себя» надо включить, наверное, как? Найти себя обязательно. Обязательно, да. Ну, вот определить, да, сказать, либо я великий, либо я никто. На моих глазах как бы происходило становление бизнеса в Котласе тоже, да, вот, да. Я это видел, как это происходит. Коммерческие ларьки, сникерсы и все. И все пытались заниматься этим. Когда и налоги не платили, это было не модно, да и государство особо не следило за этим, когда пошел на вокзал, продал коробку мороженого, поехал в Питер в ресторан с девушкой, на самолете приехал, еще мороженое продал, все деньги спустил. Никто не думал, как эти деньги дальше вкладывать или развивать этот бизнес, потому что никто не представлял даже. Не знали, и, соответственно, как это делать. Вот это поколение ларечников, которые были вокруг ларьков, они в такси сейчас работают, все ездят и все, они кончились как предприниматели. Потому что мышление, вот образ мышления такой, да, что вот продал, взял, потратил, продал, взял, потратил. У меня, да, очень хороший знакомый тоже, он занимался, у него было сеть магазинов парфюмированных по городу. В такси работал. Закон по Максвеллу, да, это закон потолка. То есть у каждого человека есть свой ресурс, его эффективность. Есть люди десятки, есть люди восьмерки, есть люди пятерки, да, ну если вот по шкале, да, определять. То есть вот я сейчас просто коснулась с этим, это очень интересная теория. И, наверное, вот те люди, которые когда-то в свой момент свой ресурс выработали, да, вот они дальше не стали развиваться. И это ключевой момент того, что человек пошел работать обратно, уже не развивая, потому что нет было развития. Дальше все, потолок. упущено время, в том разные моменты, упущено время, кто-то взял кредиты, сложное время, попал на кризис, вот в кризис же все решилось, в кризис. Кто смог мыслить иначе, они выжили, кто не смог мыслить по-новому, они не выжили, они остались, они просто потратили деньги, ушли в кредиты, продали квартиры свои, остались ни с чем, а ездили на дорогих иномарках, одевались в крутых салонах, там, магазинах. Жизнь такая штука. Получается, что идея движет человека. Абсолютно. То есть человек идет за своим мозгом. Тут... Все остальное приложится по дороге, и в том числе и деньги. А идея – это как раз то, что должно вспыхнуть яркой вспышкой, да, в голове. И сказать, я великий, я это сделаю. Да, правильно? Вот, да, если ставить во главу сегодняшней встречи вот эти слова Теркенберга, которые всем повторяю всегда, они вот до сих пор не потрясли эти слова. Он сказал это в шутку на самом деле. Я не думаю, что он вкладывал в это какие-то большие смыслы. Но он об этом думал, да. Он сказал, он зря ничего не говорил. А Григорий, вы можете про себя сказать, я великий? И пока нет. Вот я понимаю, что еще нет. У меня есть очень много задумок, связанных с какими-то розничными продажами, интересно, которые в городе ниши у нас не заняты, с интернет-проектами, и с медийными проектами. Грандиозные планы, меня от них аж дух захватывает, серьезно говоря. Но как их реализовать пока, я вижу инструмент, как это сделать, будет это жить или не будет, вот еще не знаю. Зрителям этого замечательного канала от всей души желаю успехов, процветания во всем, чтобы вы не делали, чтобы не начинали, чтобы вам это приносило настоящее удовольствие. Спасибо большое. Спасибо вам.